В Сочи достаточно сложная принадлежность осветительных установок. За работу фонарей на улицах курорта отвечает не только город, но и федеральные и краевые управления. Так, например, в минувшую пятницу в течение нескольких часов днем были включены фонари на улице Донская. На дублере курортного проспекта такая картина длится уже в течение месяца. Как пояснила организация ДСД Черноморье, на дублере это связано с проведением пусконаладочных работ на объектах, где электричество подается по одной общей сети. Таким образом, во время тестирования дополнительного оборудования, камер, информационных табло и другого, происходит и автоматическое включение фонарей. Такую же причину называют и в организации «Светосервис Сочи». Горение в дневное время суток не означает, что кто-то забыл выключить или там поломка какая-то. В основном это связано с технологическим процессом производства работ, а именно наладка происходит именно в дневное время суток. Для этого требуется на какое-то короткое время включить линию наружного освещения, чтобы посмотреть горение, и после этого провести необходимые регламентные работы. Они проводятся ежедневно на разных улицах города, которых в городе, как вы сами понимаете, огромное количество, поэтому какая-то улица всегда включена днем, и на какое-то время она остается в таком режиме. Под управлением «Светосервис Сочи» находится более 24 тысяч светоточек. Но уже в сентябре на баланс муниципалитета перейдут еще порядка 7 тысяч уличных опор освещения, которые ранее числились за федеральными и краевыми ведомствами.